Всем привет! С вами канал про IKEA. Находимся мы на данный момент в нашем офисе службы доставки товаров IKEA в городе Саранск. Для вас мы подготовили обзор, посвященный грядущему празднику Новому году. И конкретно самому главному – это сервировка новогоднего стола. Ну что, поехали, давайте смотреть, что в коллекции Winter 2017 IKEA нам приготовила для праздничного стола, для украшения. Серия, во-первых, две. Белая с красным орнаментом и серая. Сначала я вам расскажу про белую серию. Она представлена разными элементами. Вот, ну, как бы первый такой предмет – это большая миска сервировочная. Стоит она в IKEA 249 рублей. Это стекло, покрытое белым, и такой вот красный орнамент. Маленькая мисочка стоит 179 рублей. То же самое, такой же белый цвет и такой же красный орнамент, но его гораздо, ну, по-другому нанесен. И вот такие вот две тарелочки, они тоже стеклянные, полупрозрачные. Одна вот тарелочка вот с таким символом. И вот такая тарелочка здесь, помимо восьмиконечной звезды. Ну, в принципе, здесь все как бы привязано к этой восьмиконечной звезде, просто в разных вариациях. Кстати, хочу вот такое как бы отступление небольшое сделать. Ну, жители Саранска, да, Мордовии знают, что вот данный символ у нас использован на флаге в виде такой восьмиконечной звезды. Ну, а вообще, первоначально это символ древних славян, ну, оберег такой, семья, дети, дом, благополучие, здоровье. Это такое вот отступление. Так, эти тарелочки по 179 рублей. Давайте покажу вам их вот так вот две. Вот такие вот тарелки. Убираем, чтобы нам это не мешало. Едем дальше по красной серии. Вот такой вот кашпо. Кстати, это кашпо из отдела растений. Но я думаю, что его можно будет очень аккуратненько использовать для, например, салфеток, ложек, вилок, свечек. В общем, для всего чего угодно. Такое вот, ну, интересное нейтральное решение. Стоит 99 рублей. Дальше, что у нас представлено? Вот такая вот скатерть. Скатерть полностью хлопковая, белая, тоже с орнаментом, ну как раз орнамент по тематике Нового года, размер 145 на 240. Сейчас я вам ее открою, чтобы видно было, как это выглядит. Кстати, скатерть не только такая, скатерть будет и в серой коллекции. Значит, смотрите, вот я открыла скатерть. Вот такая вот скатерть, белая она полностью. И вот такой вот орнамент, он идет по окантовке. Давайте поподробнее рассмотрим скатерть. Значит, вот такой вот хорошенький однослойный шов. Все хорошо ровно сделано. Сейчас я ее вот так вот растрясу, чтобы видно было рисунок. Вот такой рисунок, тоже восьмиконечные звезды, сердечки, ромбики. Симпатично. 899 рублей, размер 1,40 м, 5 на 2,40 м. Дальше, значит, у нас в этой коллекции представлен вот такой набор банок. Стоит он 549 рублей. А в комплекте 3 баночки. Кстати, это уже видно по рисунку. Объем банок 4,8 литра, 2,6 и 1,6. Но помимо того, что эти баночки можно использовать для сыпучих, я думаю, что в них очень хорошо получится упаковать детские новогодние подарки. Ну, соответственно, купили набор банок, разделили, разложили, совместили приятное с полезным. И детишки подарки получили. И, соответственно, баночки потом можно использовать по прямому, либо не по прямому назначению. Кстати, вот такие банки выходят в IKEA каждый год. У меня позапрошлогодняя коллекция, тоже красная. Тяжело, кстати, они открываются. Вот я, например, использую большую под лекарства, а в маленьких, в двух, хранятся там, ну, печеньки, конфетки. Посмотрите, значит, тут маленькая. Кстати, она полностью орнамент такой же, как вот у кашпо. Ну, тоже, кстати, меняется, да, вот подобное. Но здесь вот более красный, здесь бордовая. Серая крышка у нее. Повторюсь, открывается реально сложновато. Дальше смотрим. Вот такая вот круглая баночка. Сейчас я ее достану. У нас очень много сегодня на обзоре, поэтому все как бы так вот даже на 2,5 метрах не уместились. Вторая баночка серая. То же самое, только в сером цвете, круглая. Открываю. Вот она вместимостью 1,6. Вот такая вот баночка. Значит, вот такая. Сейчас я их все составлю аккуратно и покажу вам, как все это выглядит. И вот такая.
берем в сторону то, почему мы уже рассказали. Смотрите, вот большая, круглая и квадратная. Вот такой наборчик стоит 549 рублей. Так, идем дальше. Баночки у нас не последние, будут еще баночки. Все это уберу. Прежде чем перейти к баночкам, хочу показать вам еще такие вот салфетки на стол. Стоят они 129 рублей, они тоже в двух цветах представлены, в двух орнаментах. То есть, смотрите, вот такой орнамент, он же и на баночках, на тарелочках, на скатерти, пластиковая салфеточка. Ну, размерчик у нее стандартный, 35 на 45, в Икее много таких салфеток. И вот такие вот симпатичные елочки. Тоже 129 рублей, размерчик тот же. Салфеточки оставляем. Значит, и еще у нас вот такие баночки будут. Вот такая вот баночка в виде оленя. Она, кстати, стальная, с покрытием. Стоит она 299 рублей. Сейчас я вам ее вскрою. Покажу. Она уже единичная, то есть это не наборчик. Баночка одна. Ну, довольно-таки интересная. В нее тоже, кстати, можно ребятишкам подарок новогодний положить. Вот такой олень. Вот такая она в задней части. Вот так открывается. Ну, по-моему, симпатично. Интересно, как бы такой необычный для Икеи, нестандартная банка. Молодцы дизайнеры, что постоянно что-то новенькое придумывают и стоят на месте, заинтересовывают покупателей. Так, значит, вскрываем мы следующий набор. Стоит он 399 рублей. Здесь тоже матрешка будет из трех баночек. Значит, самая большая 2,6, потом будет на 1,5 литра банка. И на 0,8. Кстати, все эти банки продаются в отделе посуды. Соответственно, они все могут, в них можно хранить пищу. На них на всех есть сертификаты, потому что это продукт. Ой, смотрите, интересная какая. Значит, вот у нас большая, много-много елок, да, как на салфетке. Поменьше. Здесь уже покрупнее елки. Сейчас достану самую маленькую, точно как матрешка упакована. И вот такие вот. Тоже, кстати, можно для упаковки новогодних подарков. Вот такой наборчик. Складываем все это обратно. Ну, крышечка, да, так вот плотненько она сидит. Кстати, мне вот очень нравится. Я уже упоминала, что у меня такие банки есть. Пользуюсь я ими прям постоянно. Все время они в ходу. Но за это время ни краска не облезла, ничего не деформировалось. Вот. И вот такая вот серенькая баночка, тоже коллекция Winter 2017. Сейчас мы ее вскроем. Но объемы у нее такие же, цена такая же, как у елочек, 399. Также 2,6, 1,5 и 0,8. На крышке, кстати, вот такой рисунок. Вот рисуночки по краям. Баночка. У средней баночки тоже подобный рисунок, только уже немножко в другом цветовом решении, она более светло-серая. Здесь так интересно нанесение сделано, понимают все, как бы, что это, да? Ну, все-таки завод, фабрики делают, как будто, ну, руками нарисованы такие вот местами линии. Вот эта маленькая баночка. Так вот понимание будет, да, на фоне руки. Значит, светло-серая. Темно-серая. Такой классический серый. Вот таких три баночки. Как, а вот здесь вот как будто солнышко нарисовано. Убираем это все, чтобы нам не мешало. Так,
все запаковали. Едем дальше. Значит, еще у нас с красным орнаментом представлены вот такие вот стаканы. Вот так они упакованы. 6 штучек. Стоит 299 рублей. Вот такие вот стаканчики. Ну, любители IKEA, я думаю, сразу узнают стаканы Goodies, только в другом исполнении. Хороший, удобный наборчик. Объем у стаканов 230 мл. Кстати, покажу сейчас, как это внутри. Вот так упаковано. Думаю, не стыдно это такое подарить. Ну и с упаковкой заморачиваться не нужно. Просто упаковать подарочную бумагу. Будет красиво. Так, по красной серии у нас все. Теперь давайте серую серию рассматривать. Серая коллекция. Она представлена тоже различными элементами. Давайте начнем со стаканчиков. Стаканчики по 129 рублей. Два орнамента. Такие вот штрихи и ну, что-то наподобие сердечек. Ну, эффект, конечно, как будто это все связано. Стаканчики на 230 мл, еще раз повторюсь, 129 рублей, высота 9 сантиметров. Ну, можно, конечно, как стакан, как подсвечник, кстати, можно использовать на стол, я думаю, тоже очень симпатично будет смотреться. А в коллекции есть еще более такие высокие стаканы, но, к сожалению, в нижние они еще не поступили, поэтому мы пока вот без них обозреваем. Дальше, две вот таких тарелочки. Здесь уже другой узор, как бы тоже связан, но другой узор, тоже штрихи и вот такое вот переплетение. Эти тарелочки по 149 рублей, 18 сантиметров. Это уже керамика. Тоже, кстати, как тарелочка-подсвечка хорошо будет. Я сначала, ну, как-то, когда их только увидела в магазине, даже не подумала, кстати, что это пищевая тарелка. Дальше вот такие вот мисочки. Тоже керамика, высота 6 сантиметров, диаметр 14. То есть такая стандартная киевская миска. Тоже вот такая вот галочка. И вот ну, такой вязаный узорчик, как на тарелочке. Кстати, вот внутри они тоже такие же светло-серые. Такой приятный оттенок. В принципе, удобно, когда коллекция в нескольких цветах представлена. Кто-то хочет яркую серию, кто-то хочет более спокойную. Вот такое вот блюдо. Оно стоит 299 рублей. Ну, конечно, его позиционируют как тарелку. 28 сантиметров эта тарелочка. Она только в одном рисунке. Вот таких вот сердечках. Вот так вот такой вот. Такая вот сервировка примерно получается с этим комплектом. А в этой серии есть еще большое блюдо за 999 рублей. К сожалению, тоже вот его не смогли в нижнюю взять. Оно было последнее выставочное. Ну, соответственно, выставочное тоже никто продавать не будет. Так, по керамике у нас все. Что у нас еще в этой коллекции? Значит, вот такие вот фужеры под шампанское. Стандартная форма, цена 179 рублей. Объем такой же, как у всех фужеров. Ну, соответственно, цена такая вот за счет вот этого нанесенного рисунка уже. И вот такой вот стаканчик за 129 рублей. Он повторяет полностью фужер. В комплекте вот так вот все это лаконично смотрится. Значит, еще у нас его серый серии скатерть и фартук. Фартук для взрослых. Тоже он полностью хлопковый. Сейчас я попробую его распаковать аккуратно и показать вам. Кстати, фартук на данный момент по скидке. Вместо 500 рублей он стоит 300, точнее 299 в Нижнем Новгороде. Для членов клуба IKEA Family данная скидка. Ну, карточку в магазине бесплатно дают, поэтому как бы любой может стать членом клуба. Наши клиенты автоматом становятся членами клуба даже за неимением карты. То есть все товары они получают по акционной цене, если она есть. Убираем упаковку. Давайте смотреть. Вот такой фартук. Это взрослый, повторюсь, фартук. Вот здесь вот такая вот петелька, чтобы его удобно повесить. Значит, вот эти части регулируются. У икеевских фартуков, кстати, это очень удобно. У всех разный рост у нас. Можно петельку подтянуть, вытянуть вот так под лямками и завязать, как вам удобно. Вот такой орнамент. Извиняюсь, что меня не видно. Кармашков нет. Но есть две вот таких петельки. Ну, как бы, знаешь, честно, не знаю для чего. Наверное, кстати, можно полотенце вот сюда зацепить, да, чтобы оно туда-сюда не бегало по кухне, когда готовите. Вот такой фартук. До 17 декабря он стоит 299. Потом он будет стоить 500 рублей. Еще у нас осталась вот такая же серая скатерть.
Размером она так же, как и красная, 1,45 на 240. Также хлопковый, то есть все то же самое, только, соответственно, цвет другой уже под серую коллекцию. Кстати, скатерти эти продаются где-то уже с октября. Мы их много раз привозили. Нам присылали клиенты уже, ну, не присылали, а показывали фотографии свои, как это выглядит у них на столе. Ну, она нейтральная, вот, на мой взгляд. Если вот там с сердечками, да, со звездочками, она такая более новогодняя. А это такая спокойная скатерть для повседневного. Вот, мне, например, она очень нравится. Сейчас мы разберемся, как должен быть орнамент. Где наша шпаргалка? Так, значит, орнамент у нас вот так вот полосками по всей длине. Скатерть реально большая. Вот такой орнамент дальше по всей глубине идет. Вот. Это показали. Ну, в принципе, по новогодней посуде, по новогодней сервировке все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на наш канал. Надеемся, что мы даем для вас интересную информацию. Оставляйте комментарии. Стандартно ставим лайки. Не забываем нажимать на колокольчик, если уже подписаны, чтобы не пропустить наше новое видео. До новых встреч!